Здравствуйте, мои милые и славные, веселые и забавные маленькие друзья-телезрители. Сегодняшняя передача «О Левушке в гостях» вновь расскажет вам о способах передвижения во время путешествий. Вчера мы говорили о водном туризме, ну а для любителей полетать придумали воздушный. В небо можно подняться на специальных аппаратах, дельтаплане, дирижабле или на воздушном шаре. Главное условие для полета на воздушном шаре – тихая погода и сопровождение опытного пилота. Как только шар наполняется горячим воздухом от зажженной горелки, он отрывается от земли. Пилот, меняя высоту, ищет ветер, дующий в нужном направлении. Шар может летать, пока не закончится газ. Главное здесь рассчитать место приземления. Другой способ воспарить, как птица, прыгнуть с парашюта. После обучения парашютисты поднимаются на вертолете в небо. На них надеты в это время теплые костюмы, кожаные шапки и очки. Ведь на высоте 800 метров довольно холодно. Уже в воздухе. Выпрыгнув из салона вертолета, они дергают за кольцо, чтобы парашют раскрылся. Если вдруг что-то не так, за спиной всегда имеется запасной парашют. Во время прыжка главное не бояться, а смело прыгать, иначе инструктор сам вытолкнет новичка. Но что ни говори, все-таки самый популярный вид туризма – это путешествие по земле. Но об этом мы поговорим в следующей передаче. А сейчас пора смотреть мультфильм. Вот и все на сегодня, дорогие мои малыши-телезрители. Увидимся завтра, как всегда, в вечернее время в эфире Угличского телевидения в передаче «О Левушке в гостях». Пока!